Каргандинский школьник завоевал серебро на международной олимпиаде в Индонезии. В интеллектуальном состязании по физике приняли участие школьники из 88 государств. За призовые места боролись 400 юных интеллектуалов. Выпускник лицея-интерната «Блим-инновация» Тимерлан Амангельдинов занял второе место. В экспериментальном туре одаренный юноша из магнитов и карандашного стержня создал сейсмограф. Это уже третья победа Тимерлана на международных олимпиадах. Ранее юноша получил образовательный грант и поступил в зарубежный вуз. Я уже поступил в университет Южной Кореи и планирую обучаться на инженера. После этого я планирую вернуться в Казахстан и развивать науку, инвестировать в нее.